Ну что, грузин хочет самокайзе. Где же ты, моя Сулико? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Дима. Я Гоча. А я Константин. А как вас зовут? Гоча. Гочи? Гоча. Гоча. Это грузинское имя. Да. Чем занимаетесь? Я, в общем, чтец церкви. И параллельно работаю в ресторане. А что делаете в ресторане? Пою. В общем, я служитель двух господ. В одном царит мамона, деньги. Для меня они все трезвые, не пьяные, а в другом наш Господь. Это мне как раз и помогает для одоления ресторанных проблем. Пою всем сердцем. Это все началось с моих дочерей. Они меня просили, что вот столько лет ты поешь, ты, мол, выйди на сцену. Я вот как-то согласился. Вы Гоча? Да, я Гоча. Вы поете? Да, я пою. И вы поете так, что мы сейчас встанем? Я бы очень этого хотел. Потому что, знаете, певцов много, а хороших певцов... У нас хороших певцов мало. Я попытаюсь спеть с сердцем. Спасибо всем. Так это ж Джо Кокер. Heart of mine. I live my life just like my father's done. If he told me one day that somebody held a big chance, would I believe it? No way. Made up my mind and never hold its way. But tell me why, every time I try to tell you each goodbye, I can feel your leg go near my heart. I know I want you to say what I'm trying to say. Yeah. I'm over my inside, my father's son. Just like my father's done. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can feel your back going in my heart. I know I want you to say that I'm trying to stay. Heart over mine. Yes, I'm my father's son. Усі мурашки. I live a life just like my father's son. If he talks to me one day, that somebody help me, I'll be changed. Way I believe it. Вот это, конечно, мурашки-мурашки. Вы так оригинально сейчас выступили, я такого не видел. Еще бы 3 секунды, вы бы разорвались.
у вас на вас во время припева находит какой-то шторм музыкально-мозговой. И я вначале побоялся, а потом я понял, что это круто. Это очень круто, это очень интересно. Спасибо. Гоча, вы сказали, что будете петь сердцем, и вы нас не обманули. Это была песня «Сердце». Я тоже никогда не слышала такого исполнения. Поразительное, удивительное. И я очень хочу увидеть еще. Спасибо огромное. Гоч, я вам скажу больше. Вы подняли весь зал. Гоч, от меня железное, да. Спасибо. Три да, спасибо. И вам огромное спасибо. Тоже же я буду спевать, когда трошки пидорство вообще Мандера нереально. Необычный человек такой, да? Такие полярные эмоции.